Так ее же надо приглашать. Так, ну все, мы в прямом эфире. Сейчас мы ждем, когда подключатся к нам все наши подписчики, которые ждали. Слышно, да, меня? Да? Так, сейчас мы чуть-чуть подождем, присоединяться. И я хочу поздороваться, да, с вами и представить вам Елену. Елена — психолог-психотерапевт, которая живет в Китае, и разница у нас с Китаем, не у нас, а с Россией, если мы ориентируемся на Россию, 5 часов, да? Так, что-то подождите, Елена, я не слышу вас. Ну-ка еще разок что-нибудь скажите, поприветствуйте. О, сейчас слышно. Что-то или у меня так тихо, не пойму. Так, да, мы вот тут с Еленой уже целый час пытались подключиться. И хочу сразу сообщить, да, что с Еленой разница с Москвой у Елены 5 часов, и сейчас 11 вечера. Так что давайте скажем большое спасибо Елене за то, что она согласилась с нами выйти в прямой эфир в столь поздний час. Практически сейчас перейдете на 27 число через час. Так, добрый вечер. Ну, хорошо. Мы давайте теперь, очень интересно послушать Елену, потому что мне и самой интересно к нам. У нас не часто такие гости издалека, из Китая. Да, Елена, давайте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер всем. Да-да. Немного рассказать о себе. Да. И сейчас, секундочку, Елена, скажите, пожалуйста, как нас слышно и видно? Видно, я думаю, хорошо. Как слышно, напишите, пожалуйста. Микрофон закрыт. Мы не услышим? Почему не услышим? Сейчас, Елену не слышно. А есть наушники вот такие? Есть. О, сейчас хорошо слышно. Но если можно наушники, в наушниках, наверное, да, лучше будет. Вы можете пока наушники взять, если есть они рядышком. Ну вот сейчас хорошо слышно, пропадает иногда, но слышно. Да, как-то... Ага. Ну, давайте послушаем Елену. Ну что, еще раз добрый вечер всем. И тему, которую мы с вами договаривали, сегодня обсудить, это тема психосоматики. Так, сейчас подождите. Пишет, что не слышно. Я тоже как-то не очень хорошо слышу. Ну, как, видите, как вот с Китаем у нас? Как связь какая? Ну, может, вот такие какие-то наушники обычно есть? Тут нам не помогает, нет. Ну да, секундочку, давайте мы тогда. Я сейчас попробую, давай с наушниками, с обычными. Оно так интересно, оно то слышно прям хорошо, то не пропадает. Ну да, лучше с наушники попробуем уж. Наушники попробуем уж. Сейчас, секундочку. Ну да, сейчас мы подождем наушники. Ну, я думаю, так стоит. Так. Но он то хорошо. Почему тут Китай? Далеко Китай. Далеко. Так.
Слышно, нет? Да, слышно. Ну, мне слышно. Да-да-да, я слышу. Слышно, слышно. Все, я тоже слышу. О, супер, супер. Сейчас отлично слышно. Ну да, а теперь просто расскажите о себе немножко, как вы учились, где вы учились, есть диплом, потому что сейчас это такая конечно, тема горячая, и всех интересует сразу диплом. Да. Первое образование медицинское. Я работала не очень долго в больнице. Потом я поступила в Калужский государственный университет, факультет практической психологии, закончив который, я получила специализацию юридическая психология. Психолог, преподаватель психологии, юридическая психология. Я даже не знала, что такое есть юридическая психология. Да. Работали мы, проводили психолого-психиатрические экспертизы на последнем курсе. Вот, ну, потом жизнь круто поменялась, и так случилось, что меня больше привлекла тема психосоматики. Ну, как и медика, потому что все-таки психосоматика – это раздел медицины в первую очередь, который сейчас, естественно, изучается и психологией, в плане того, каким образом психологические факторы влияют на возникновение, течение заболеваний. Вот, так что я закончила курс психосоматика и телесная психотерапия. Mm-hmm. Потом я еще училась на курсе мандалотерапия. Ну, ты практик, но это как бы не очень. И я все время в процессе обучения. Да-да-да. Сейчас я тоже обучаюсь на одном курсе. Я юнгианский анализ. Это прям top of the top, что называется. Это очень вкусно, это очень интересно. Но сегодня мы поговорим не о юнгианском анализе, сегодня мы поговорим о психосоматике. Что это такое, почему это так актуально, и почему эта тема тесно связана со стрессом в наше непростое время. Я начну с того, что термин «психосоматика» был введен немецким врачом Хансом Хайнротом, который заметил вот такую тесную связь между состоянием пациентов и их, так сказать, душевными переживаниями. Если человек находился в балансе, когда ему было очень хорошо эмоционально, душевно, то и заболевание проходило более легко, и процесс выздоровления проходил очень достаточно легко. И потом эта тема была подхвачена, и сейчас уже говорить о том, ну, в том плане, что все болезни от нервов, что психосоматика – это только те заболевания, которые мы получаем, если мы нервничаем, если мы в стрессе, это не совсем правильно. Потому что все-таки психосоматика – это телесное отражение душевной жизни человека. Сома – тело, сайка – душа, да, психика. И поэтому, если мы говорим в этом контексте, то получается, что тело – это тот самый экран, на который проецируются наши душевные переживания. Так? Так. Но дело в том, что связь психики и тела, она двухсторонняя. И есть заболевания, причины которых лежат, например, генетически. Да? Поэтому мы не можем говорить, что, например, псориаз – аутоиммунное заболевание – и мы не можем говорить о том, что это психосоматика. Но тем не менее, если человек спокоен, уравновешен, его жизнь более-менее размерена, то на теле остаются так называемые рабочие, да, бляшки. Угу. А если человек начинает нервничать, если что-то в его жизни происходит не так, он начинает как бы аутоагрессии, он начинает наказывать себя, расчесывая, принося себе вред, и тогда эмоциональное состояние ухудшается, физическое состояние ухудшается, и это называется двойная ловушка. Так? Так. Психосоматика, если мы говорим, если раньше существовал бы термин психосоматика в неком формате традиционной чикагской семерки, то есть те заболевания, которые носят психосоматический характер, это такие, как
гипертоническая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца, это бронхиальная астма, сахарный диабет, болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, это язвенный колит, гипертериоз. То есть сейчас перечень заболеваний, которые носят психосоматический характер, уже расширены. И можно уже говорить о том, что 99% заболеваний носят психосоматический характер. Сейчас, секундочку, Елена, я перебью. Я как раз это хотела сказать. Я услышала астму и бронхит. У меня у Саши же тоже бронхит, бронхиальная астма. Я заметила, что у него, когда обострение, начинает такой плаксивый, вот такой он сразу раздражительный. Да. Все, он очень сильно так реагирует на все. И да, и только недавно я узнала, что это как раз и вот бронхиальная астма вот дает такие, я не знаю, как это называется. Эффекты побочные, эффект, эмоциональные. Да, 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 да. Так и есть. То есть в этом так случае надо его больше успокаивать, когда болезнь уйдет? Не то, что успокаивать. Не то, что успокаивать. Надо найти причину, почему он становится плаксивым. Что, какие события в жизни влияют на его состояние. Может быть, он ему предъявляются слишком большие требования, да, к примеру. И он не может чем-то справиться. А еще, да, это... Самовыражение. Ага. Зависит то, что его обострение дало на плаксивость, или наоборот, он стал плаксивым и дало... Как вот это... взаимосвязано, да, все? Да, да. Но в первую очередь необходимо следить за эмоциональным фоном ребенка. Понятно, понятно. В первую очередь. Сейчас очень популярно, знаете ли, составлять такие психосоматические симптомы и делать таблицы психосоматические. Ну, например, там таблицу Луизы Хей, Хаммера и так далее. То есть вот если болит голова, это значит вот это. Если болит сердце, это вот это. Но на самом деле можно говорить о том, что есть соответствие, да, есть соответствие, но эти соответствия, они работают 50 на 50. К примеру, давайте с вами порассуждаем о головной боли. Разные бывают, да, головные боли, разливающие характер, острые там, и так далее, и тому подобное. Вот головная боль, с чем она может быть связана, как вы думаете? Усталость. Мы говорим о психосоматике. Еще. Погода. Еще идеи. Да, метеозависимые люди. Ну, да. Не, ну я имею в виду не то, что даже не так, а вот если когда у меня нету солнышка, мне сразу так, знаете. Есть такое. Но смотрите, как правило, если болит лоб, напряжение, чем человек занят, напряженно думает, принимает решение, не находит выхода, да? То есть это состояние такого очень нервного выбора, принятия решений. Такой, так называемый, субъективно переживаемый интеллектуальный дефицит. Так? В русском языке это находит отражение, например, в тех выражениях, вот если у нас болит там шея, например, плечи, что говорят? Остеохондроз, сидишь все время. Это заболевание. А в русском языке что говорят, да? Почему болят шеи? Сел кто-то на шее, тяжесть, да? Груз какой-то. Может быть, это гиперответственность. Может быть, это тот эмоциональный груз, с которым человек не может справиться. Есть такое? Есть. Особенно верхняя часть спины. Человек иногда вот так вот сгибается, как будто что? Как будто ожидает чего? Удара в спину. Так? Так. Болезни глаз. Если мы говорим о болезни глаз, именно исходя, вот говоря о психосоматике. Почему болят глаза? Почему проблемы с глазами? Не хочу видеть. Не могу. Не хочу видеть. И наше подсознание воспринимает это как хорошо. Ты не будешь это видеть больше. Не хочу слышать. Начинаются проблемы со слухом. Имеет место быть? Имеет место быть. Болезни колен. Колени болят. Слабость. Не хочу ходить, что ли? Нет, не могу. Нет опоры. Нет силы. Да? Русский язык богатый язык.
Поэтому зачастую мы сами как бы проговариваем о том, что сейчас с нами происходит. Так? Так. Я не знаю, говорить ли сегодня о работе мозга, да, о взаимосвязях полушарий, как это работает. Ну, может быть, если это будет интересно, у нас будет время, мы и об этом поговорим. Mm-hmm. Но в данном случае, когда что-то происходит во внешней среде, когда мы очень эмоционально это переживаем, в нашем теле образуется что? Мышечные зажимы. Причем удивительным образом, но термин «мышечный зажим» был введен не врачом, не психологом. Знаете кем? Станиславским. Станиславским. Mm-hmm. И на самом деле что же происходит с нашими мышцами? Мы плавно переходим к вопросу о стрессе. И наша инстинктивная программа, когда что-то извне, какая-то угроза, инстинктивная программа, бей или беги, так? Так. Но всегда ли мы выполняем эту инстинктивную программу? Нет. Ребенок, который находится под постоянной, к примеру, критикой родителей, да, или боится физического наказания, он не может бежать. Он не может противостоять. И тогда в определенной группе мышц происходит вот этот зажим, в которых как будто консервируется вот эта эмоция, негативная эмоция. Это может быть страх, это может быть тревожность, все что угодно. Так? И даже когда мы идем на прием к массажисту, вроде бы после массажа мы чувствуем, как у нас раскрыли на плечи, нам становится легче дышать, хорошо и так далее. Внутренняя проблема не решается. И через какое-то время зажим возвращается на свое место. Поэтому только массажем мышечные зажимы, увы, не уходят, потому что психологическая проблема остается здесь. Поэтому мы работаем, я работаю со своими клиентами как бы не только с телом, но и с эмоциональными корнями. Вот с той причиной, которая явилась вот этим моментом, почему человек вот так зажат. И это очень важно. Вот это важно понимать. Есть еще какие-то вопросы на эту тему? Нет, я смотрю, все слушают, все слушают. Просто даже приятно слушать после всех сейчас шумных квантовых психологов, приятно послушать профессионала, поэтому вопросов даже и нету. Квантовой психологии, можно я буквально секундочку скажу? Да-да-да, можно даже не секундочку. Интересно просто, да. Интересно мнение профессионала, как профессионал относится к квантовой психологии. Вообще, что это? Это парапсихология. К фундаментальной науке она не имеет никакого отношения, потому что она не нашла обоснования ни в физике, квантовой физике, ни в психологии. Поэтому говорить о том, что это практическая или теоретическая психология, мы не можем. Более того, то, что я видела на Ютубе, то, что происходит на этих сеансах квантовой психологии, я так понимаю, взят за основу метод Хеллингера, краткосрочной психотерапии системной расстановки. А вот интересно, сами эти квантовые психологи знают, что это за метод и кто это такой? Я не знаю, я к ним не имею никакого отношения, поэтому не знаю. И мне вообще как бы неинтересно. Я в этом сообществе не состою, я никого из квантовых психологов не знаю, я предпочитаю профессиональное сообщество, я предпочитаю общаться с людьми науки. Угу. Вот так.
Давайте немножечко поговорим о стрессе. Угу. Что такое стресс? Как, давайте вот вам вопрос. Что такое стресс, на ваш взгляд? Ну, это, наверное, когда человек выходит из какого-то своего комфорта, состояния комфорта, в то состояние, которое он еще никогда ни разу не был, и начинается какое-то такое... Вот этот стресс. Угу. Когда организм не знает, что это такое, да? Ага. Вообще, Ганс Селье ввел это понятие стресс. Но это реакция организма на предъявляемые ему требования. И Ганс Селье считал, что с какой бы сложностью не столкнулся организм, он может справиться с ней двумя реакциями. Опять же, активная – это борьба, либо пассивная – бей или беги. То есть это, в принципе, животный инстинкт, да, если есть опасность, которая превышает мои возможности, я убегаю. Если я могу с этим бороться, то я начинаю бороться. И тогда происходит выброс гормонов в организме, и тогда происходит мобилизация мышечной mm-hmm. системы, нервной системы, и мы, животные, в первую очередь, каким-то образом реагируем. И в таком случае в мышцах не происходит вот этого эмоционального застоя. Но так как мы с вами живем в обществе, то стресс как защитная реакция, он зачастую не работает. Mm-hmm. Мы не всегда можем ответить. Мы не всегда же можем ответить, например, начальнику. Так? Мы не всегда можем адекватно отреагировать. Мы не можем кого-то ударить. Мы живем в обществе. Мы не всегда можем убежать. Так? Так. То есть стресс – это не нечто такое, которое вот раз и взорвалось, и мы отреагировали. На самом деле опасность стресса в том, что происходит. Он обладает аккумулирующим свойством. Мы накапливаем ежедневные стрессы. Ну, к примеру, какие стрессы ежедневные? Можете сказать? Угу. Ежедневные? Ежедневные. Да, на самом да деле любые. Стресс – это не вон, то, что вот взорвалось. Ну, понятно. А вот каждый божий день. Понемногу. Какие-то стрессы. Да с утра опоздал на лифт. Лифт уехал перед носом. Так. Такой бешеный ритм жизни, да, где надо успеть. Да. Первое. Да. Такой вот ритм жизни. Второе – информационный стресс. Мы окружены информацией везде. Слишком много информации, которую наш мозг mm-hmm. не может переварить. Слишком ее много. Mm-hmm. Еще какой стресс? Да, любой, сам кажется. В городе живем. Дома из бетона и стекла. Зелени мало. Так? Так. Mm-hmm. Наш глаз, который так заложен природой, он воспринимает разнообразие красок, разнообразие цветов, разнообразие форм. И здесь что происходит? Когда мы не видим этого разнообразия, такой сенсорный, да, голод, сенсорный стресс, я не вижу, я устал от этого. А сейчас вот это ковид, постоянные эти COVID. Наши... Это уже хронически, это не острый стресс, это уже хронически. Ничего да, себе, то есть он за год стал хроническим, ужас. Конечно, ну, во всяком случае, да, мы живем в хроническом стрессе, мы постоянно получаем информацию, там плохо, там плохо. Мы находим ситуации неизвестности, эта опасность, она витает в воздухе, и мы не знаем, как спастись, как сохранить себя, да? Угу. Опять же, пища. Что мы едим, чем мы дышим, это тоже стресс для организма. А территориальный стресс. Мы привыкли быстро передвигаться. Сегодня я в Москве, села на самолет, перелетела в Шанхай, 9 часов, и я уже совершенно в другом часовом ритме. Меня окружает совсем другая природа, вокруг меня совершенно другие люди. Я слышу чужую для меня речь. Да? Это тоже стресс территориальный.
потому что первобытные люди, наши предки, они очень медленно осваивали территорию. Очень медленно осваивали территорию. И наш мозг медленно осваивал территорию, постепенно. Сейчас же все очень быстро меняется, даже слишком быстро меняется, поэтому наш мозг воспринимает это как стресс. Есть? Есть. В Америке были проведены исследования, каким образом пробки ВИЧ-городов, да, влияют, и как они связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это вот ожидание, состояние пробок. Прямая связь. Стресс? Стресс. То есть на самом деле каждый божий день мы получаем толику стресса, который накапливается в организме и потом проявляется в различных формах, в различных заболеваниях. Опять же, к примеру, мы не птицы, мы не можем жить выше там 4-5 этажа в больших городах. Я живу на 33 этаже. Каждый раз, выходя на балкон, я этого, может быть, не осознаю, мне, может быть, даже нравится, но мое подсознание, та древняя часть мозга, она воспринимает это как некую потенциальную угрозу. Я слишком высоко над землей. И это воспринимается как стресс. И, по-моему, вот эта тема достаточно интересна, как стресс влияет на организм. Прямо вот сейчас мы разберем пошагово. К примеру, мышцы. Если мы говорим о том, что это реакция организма на предъявляемые извне требования, и реакция такая «бей или беги», если мы не можем бежать, или мы не можем бить, а мы остаемся в своем состоянии, да, держа лицо, то что происходит с мышцами? Зажим. Так? И в дальнейшем, если этот стресс повторяется хронически, и мы не реагируем, то это потом может вылиться в какие-то мышечные боли. Так? Так. Логично? Логично. Сердце. Что-то происходит. Мы нервничаем. У нас что происходит с сердцем? Стучащим, да, начинается. Да-да-да. Учащается сердцебиение. И в дальнейшем, если это хронически, это ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям. Логично? Вполне. Артериальное давление. Что происходит с артериальным давлением в момент стресса? Повышается, да? Оно повышается, да. Если стресс хронический, то мы можем говорить о том, что это может привести к гипертонии. Логично? Логично. Дыхательная система. Задыхается. Когда мы нервничаем, какое у нас дыхание? Очень часто учащенное, поверхностное, да? У нас нет наполнения легких. Это приводит к легочным заболеваниям. Логично? Логично. Стресс. Сахар в крови повышается для того, чтобы мы смогли отреагировать. Но мы не реагируем. И тогда что происходит? Сахар в крови повышается. Это может приводить к сахарному диабету. Логично? Психосоматика? Психосоматика. Свертываемость крови повышается, что может приводить к тромбозам. Так? Так. Кисти и стопы. Это очень интересно. В моменты стресса, как правило, наша природа создала людей так, что кисти и стопы это вот те самые уязвимые части тела, потому что когда-то на наших предков нападали, да? И люди старались хранить и кисти, и стоп, чтобы их не откусили элементарно. Обеднение кровотока, и руки холодеют, стопы холодеют в момент стресса. К чему это может сужение кровотока привести? К различного рода болезням Рейно, облитерирующим эндотериитом и так далее. Есть? Есть. Иммунная система, когда она в стрессе, страдает. Люди заболевают часто, переживая стресс. Все вполне логично, все
все вполне физиологично. Пищеварительная система страдает однозначно. И, соответственно, если этот стресс очень сильный или если он хронический, это может перерастать в различного рода неврозы и фобии, да, и так далее, и тому подобное, вплоть до психических заболеваний. И как? Можно бороться со стрессом? А то сейчас послушаем, мы сейчас послушаем. Но на самом деле, есть еще и позитивное. Стресс – это защитная реакция. Это защитная реакция. Не всегда стресс – это плохо. Это не всегда плохо. Есть и положительный стресс. Родился ребенок. Ура! Это тоже стресс для организма. Это тоже и адреналин в крови. Но мы выражаем свои эмоции. Мы выражаем и радуемся. Да, замуж выходим, переезжаем, путешествуем. Это тоже, ну, это позитивный стресс. И так, если есть какие-то вопросы, уточнения... Да нет, пока все интересно. Ну, то есть вот так, а можно этот на 33-м этаже, как бы этот стресс, можно его переиграть в положительный стресс? Дело в том, что когда мы вообще говорим о психосоматике, о стрессе, все-таки, наверное, необходимо поговорить и о работе мозга, о сознании и подсознании, правильно? Кратенько расскажу. Так, кратенько получится или не получится, не знаю. Потому что если я сажусь на любимого коня, я могу говорить об этом долго. Я сегодня подумала о том, и я хотела бы предложить и вам, и слушателям, попробовать те упражнения, которые могут помогать вот в такие моменты. Когда мы встретим, как мы уже сказали, у нас дыхание становится учащенным и поверхностным, да? Когда мы очень волнуемся, дыхание и поверхностное. Тогда какой может быть выход? Дышать как-то, В первую очередь дыхание. Если кому-то сейчас интересно, вы можете это попробовать на себе. Вы можете, Светлана, попробовать на себе, если это интересно. Это очень простое упражнение. Вы можете его делать лежа. Попробуйте сейчас сидя. Начните просто дышать животом. Положите руку на живот и постарайтесь делать вдох так, чтобы почувствовать, как у вас как будто расправляются мышцы живота и как будто вот легкие полностью заполняются. Такое глубокое брюшное дыхание. И подышав таким образом 3-5 минут, вы почувствуете значительное улучшение, успокоение, комфорт. То есть в первую очередь дыхание. Необходимо регулировать дыхание. Как одно из базовых упражнений. Это глубокое, спокойное дыхание. Есть еще одно упражнение, оно называется нижнее дыхание. Инструкция такая. На счет 1, 2, 3, 4 вы делаете медленный вдох. 1, 2, 3, 4 вы делаете медленный вдох. Затем... На следующие 4 счета происходит задержка дыхания. И затем происходит свободный, спокойный выдох на счет 6. Вот прям попробуйте сейчас. 1, 2, 3, 4. Вдох. Задержка дыхания. 1, 2, 3, 4. И плавный свободный выдох на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пауза на 3 секунды. Вы делаете следующий. И таким образом вы регулируете дыхание в
вы успокаиваете сердечный ритм, вы приводите свою нервную систему в порядок. Это второе упражнение, которое вы можете... Причем старайтесь делать выдох не шумом, да, а как будто перед вами висит пушинка, легкая пушинка. И вы выдыхаете очень-очень легко. Очень-очень легко. На счет шесть вы выдыхаете очень нежно и легко. И повторив так упражнение в течение 3-5 минут, вы получите необходимую релаксацию, спокойствие, да, и приведете свою эмоциональную сферу в порядок. Это когда лучше делать? Перед сном? Вы можете это делать перед сном, вы можете это делать перед каким-то серьезным мероприятием, на которое вы собираетесь идти. Вы можете это делать в любом состоянии, когда вам необходимо привести себя в порядок. Да? Успокоиться, расслабиться и подышать вот таким образом. Есть еще один интересный момент, когда мы как будто сами себя накручиваем, жуем ментальную жвачку. Да? И эта мысль крутится и крутится и крутится, и нам как будто вот невозможно от нее избавиться. Что можно сделать? Например, среди спасателей, да, когда проводится учение, есть такое простое упражнение, оно называется «стоп» или «стерто». Вы как будто стираете еще на подходе ту негативную мысль, надоедливую, тревожную мысль, которая вас выбивает из колеи. То есть вот только приходит эта мысль, и вы говорите «стоп!» Мысленно, четко, командным тоном «стоп!» И она как будто исчезает. И если вы научаетесь таким образом контролировать свои мысли, не допуская вот эти негативные, тяжелые, тревожные мысли, это тоже способствует тому, что ваша нервная система будет в порядке. Правильно? Правильно. А есть еще очень хорошее упражнение, которое мне очень нравится. Оно называется «мысленная тишина». Чтобы избавиться. Мысли, они, как правило, влекут за собой чувства. Если я думаю о чем-то хорошем, я и буду это чувствовать, что-то хорошее чувствовать. Да? Эмоциональный фон будет повышаться. Поэтому упражнение очень легкое. И делается оно следующим образом. Вы садитесь и говорите о том, что вы видите. Делайте так. Я вижу, например, я вижу красный цветок, я вижу белую куклу маленькую, я вижу синюю книгу, я вижу. Вы как бы собираете все вот эти перцептивные модальности. Я вижу это. После чего вы переключаетесь и говорите «я слышу», прислушиваясь к внешним звукам. Я слышу звук машины, я слышу, как работает там перфоратор, я слышу звук кондиционера, я слышу лает собака, я слышу то, я слышу все. И постепенно, переходя как бы к внутреннему состоянию, я слышу собственный вздох, да? И следующее, я чувствую тепло. Я чувствую, как я сижу на стуле. Я чувствую, мои ноги касаются пола. Я чувствую, ладони лежат там, я не знаю, на коленях. Да? Я чувствую это. И когда вы как будто все уже это перечислили, возникает внутреннее состояние пустоты. Мозг регрессирует в этот момент до вот такого блаженного состояния, и именно регрессия происходит, когда ребенок находится вот в неком состоянии потока блаженства, да, и вам хорошо. И вы можете запомнить это состояние и возвращаться к нему. Это очень легко тренируется, но очень эффективно. Кроме того, я бы предложила в те моменты, когда, опять же, стресс, поработать с акупунктурными точками. Акупунктурные точки, они залегают очень близко к поверхности кожи, поэтому если вы нажимаете на акупунктурную точку, то вы чувствуете боль или жжение. И одна из таких точек скорой помощи, она находится под подбородком. Не зря, да так сидят все. Нащупать.
Вы можете... Ну, во время урока, поэтому так и все сидят, да, на лекциях. Вы можете ее нащупать, и как только вы ее нащупаете, вы почувствуете небольшое, может быть, жжение или боль. Вот нащупайте под подбородком эту точку. И как это работает? Вы начинаете массировать эту точку под подбородком, делая вдох немного более углубленным и более свободным физиологическим выдох. И в течение нескольких, там, можно минуту помассировать эту точку, свободно, спокойно дыша, и вы с удивлением обнаружите, что ваше состояние улучшилось. Вам стало гораздо легче, гораздо спокойнее, и вы чувствуете себя более комфортно. Это то, что необходимо. Правильно? Там еще спросили только что, как бороться с депрессией. Депрессия и стресс – это разное? Конечно. Конечно. Депрессия – это все-таки заболевание. Может быть, эндогенное заболевание, поэтому... Ну, мы вот часто любим сказать, я сегодня на улицу не пойду, у меня депрессия. Но это на самом деле не депрессия тогда, да? Это не депрессия. Нет. Люди путают. Зачастую... Могу сказать из практики, люди путают свои состояния, и они не могут зачастую вербализовать свое эмоциональное состояние. Когда вы спрашиваете, что вы чувствуете, человек начинает говорить, ты знаете, я думаю, мне кажется, это вообще не об этом. Вот что вы чувствуете? Мы забыли, как вербализовать свои чувства. Для этого есть прям целая таблица чувств, которую я бы рекомендовала вот распечатать, вместе с детьми даже тренировать. Что ты сейчас чувствуешь? Я чувствую радость, я чувствую печаль. Потому что когда есть такой механизм, и он интересно работает, так работает наш мозг, это физиология мозга, если вы вербализуете свое состояние, на 30% вы снижаете стресс в этот момент. Если я злюсь, к примеру, да, я не понимаю, что со мной происходит. Это одно. А если я злюсь, и я осознаю, что я злюсь, и я говорю об этом, я сейчас злая, мне становится легче. Вам становится легче. Потому что вы вербализуете и как бы снимаете определенную часть напряжения, элементарно даже проговорив это. То, чего с нами не происходит. Имеет место быть? Практически, практически. Поэтому я всегда говорю клиентам, пожалуйста, озвучивайте свои чувства, озвучивайте и научайте своих детей озвучивать свои чувства, эмоции. Что ты сейчас чувствуешь? Что? И ребенок, как правило, может сказать, я чувствую вот это, я чувствую вот это. И это очень важно, быть в контакте с собственными чувствами. Потому что чувства и эмоции, они тесно связаны. Правым полушарием, бессознательным. Бессознательное связано с телом, в первую очередь, с телом. И когда мы умеем вербализовать свои чувства, когда мы находимся с ними в контакте, мы можем находиться в контакте с собственным телом. А вот еще там про панические атаки вопрос, но мне кажется, это такая, это уже заболевание, да, панические атаки? Нет, это не заболевание. Это состояние, да, это состояние. Как вот это с ним справиться? Состояние. Как с ним справиться? Купировать паническую атаку, каким образом можно? Во-первых, когда человек чувствует, находится в панической атаке, у него как будто происходит сужение сознания. Он один, никого рядом нет. Начинаются проблемы с дыханием. Зачастую это невозможно сделать вдох. Поэтому, как скорая помощь, что необходимо сделать? Пакет, руки, все что угодно. Надо дышать во что-то. Ничего себе. Понимаете? Лучше в пакет, да. Лучше дышать в пакет. Это первое. Второе. Не надо форсировать, не надо стараться сделать глубокий вдох. Вы дышите в этот пакет, потихонечку, приводя свое дыхание в порядок. И в этот момент необходимо, как будто, знаете, вот просто открыть глаза и посмотреть вокруг. Я не один. Усилием воли заставить себя увидеть что-то, услышать что-то, чтобы вот это сужение сознания, оно исчезло. Я не один. Отвлечься на что-то.
продышаться, поговорить с кем-то. Таким образом купируется паническая атака. Но дышать в пакет... Какое-то что-то страшное какое-то прям. Но это чаще ночью, знаете, да? Нет, нет, это в любое время суток может. Это в любое время суток. И я вам скажу, когда только-только мы получили сведения, к примеру, о том, что началась вот эта пандемия в Ухане, да, и очень много мне звонило людей, которые вот в таком состоянии, в истерической, в панической атаке, которые не могли переварить эту информацию, которые были в крайней степени в остром стрессе. И зачастую мне приходилось... Ну, это такая паника, да? Конечно, конечно. Да, это паника. А сейчас не буду опять спокойнее стали они все вот... В Китае? Ну, и в плане имеется в виду психологическом, психологическом. Я бы не сказала, что прям все стали спокойнее. Мы живем в состоянии хронического стресса. Ну, во-первых, в Китае закрыты границы. Мы не можем выехать за границу, сюда никто не может к нам въехать. И большое количество людей покинуло, я имею в виду иностранцев, покинуло Китай. Угу. Вот сама эта атмосфера, когда ты находишься вот за закрытыми дверями, да, это тоже давит. Да, 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 да. Потом мы не всегда можем даже передвигаться внутри страны. Если там твой город под звездочкой на QR-коде, мы не можем передвигаться, везде необходимо сдавать тесты и так далее, и тому подобное. Но пришло уже некоторое привыкание, и я все эти годы активно веду работу в Вичате в плане психопрофилактики и просвещения, психологического просвещения. Я просто рассказываю, там, даю упражнения, статьи, рекомендую книги читать для того, чтобы человек научался помогать себе сам. Методы саморегуляции, они работают. И работают эффективно. Если вы знаете, что использовать, как использовать и когда использовать, мы можем помочь себе сами. У нас есть достаточно ресурсов для этого. Угу. Если вам интересно, давайте еще я порекомендую еще упражнение. Угу. Давайте. При болях. Еще одно достаточно эффективное упражнение, которое используется в Министерстве чрезвычайных ситуаций в работе с пострадавшими. И все, еще раз хочу подчеркнуть, все те методы, все те упражнения, которые я даю, они взяты не из головы, они не придуманы просто так вот. Они апробированы годами в работе с пострадавшими Министерства чрезвычайных ситуаций и с того курса психосоматики, который я когда-то заканчивала. Но я вам постаралась дать вот совершенно немного для того, чтобы это была некая самопомощь, скорая помощь. К примеру, боль. Человек испытывает какую боль. Боль всегда вызывает страх, да, что мне делать, как вот больно, страшно, одиноко. Что вы можете делать в этот момент? Концентрируйтесь на боли и посмотрите внутренними глазками, как я всегда говорю, посмотрите на эту боль. И постарайтесь увидеть образ этой боли, на что она похожа. Если это, к примеру, острая пронизывающая боль, как, знаете, такой штык, к примеру, да, в спине. У нас очень хорошо бессознательно тут же рисует образ того, что с нами происходит. Вы увидели вот этот железный штык в спине. Дальше, какой он? Например, он очень горячий. Он очень большой, он очень горячий. То есть вы собрали как бы постепенно вот этот весь образ. Размер, цвет, форму, что еще можно будет? Материал, к примеру, да, вот стальной штык, раскаленный, большой стальной штык весом 2 килограмма, к примеру. Что вы можете делать дальше? Представьте себе, что температура этого штыка, она начинает понижаться. И если он был раскаленным, он становится теплым и дальше холодным. Уменьшайте этот образ. Если он был огромным, сделайте его меньше. Измените материал. Если он был металлическим, пусть он станет деревянным, картонным.
а потом совсем исчезнет. И через какое-то время вы почувствуете, что боль прошла. Ну вот это на самом деле работает, да, потому что у меня даже, я не читала книжек, у меня когда часто болела голова ночью, я тоже, я без таблеток, я прям пыталась, да, я как-то один раз попробовала, причем не знаю, почему я это сделала, но думаю, у меня не было таблеток, потому что обычно мы сразу таблетки, да, а у меня не было таблеток, не было выхода, а голова настолько прям вот так ее расширялась, я понимала, и я прям как будто, знаете, тоже туда входила, я все-таки это растворяла, и у меня действительно проходило это. Вот, а я сейчас это услышала, вот это, оказывается, это метод такой есть, очень получается. Да, да. Еще один из методов эриксоновского гипноза, который работает с болью, который работает, вот, ну, в первую очередь, с болью, к примеру. Угу. Представьте себе шкалу вашей боли, там от 1 до 10, к примеру, и вы дифференцируете. Ой, у меня так сильно болит, по шкале от 0 до 10, боль на отметке 6. И вы представляете ручку, и вы начинаете потихоньку, вращая этой ручкой, постепенно снижать. Не очень, не быстро, но вы снижаете, снижаете. Вот она уже становится 5, 4, 3. Резко не надо опускать сразу же. 4, 3, 2. И вы начинаете ощущать в теле, потому что есть разница между чувствами и ощущениями. Ощущение – это в теле. Чувство – это эмоции, это другой уровень психики. И вы начинаете ощущать в теле, боль постепенно затихает. Угу. Это тоже работает. Вы это делаете медленно. Вы наблюдаете, как у вас снижаются, да, цифры. Вы как будто включаете моторную, да, двигательную реакцию. Вы вращаете мысленно эту ручку. И постепенно боль будет снижаться. Да, это точно, это факт. Это работает. Это тоже снимает, потому что боль – это тоже стресс. Но боль, как правило, это уже тот симптом, который показывает, что что-то с организмом не в порядке. Ну, да. И я бы еще, знаете, рекомендовала следить за семантикой языка. Зачастую мы рассказываем о том, что мы чувствуем и что мы ощущаем в языке. Опять же, возвращаясь вот к тому, с чего начала. Болит шея, как будто груз на шее, как будто кто-то сел. Подумайте о том, что вы такое несете, вот что это за гиперответственность, что это за тяжелый груз, который вы не можете уже вынести. Угу. Подумайте об этом. И, может быть, придет внутренний ответ. Я всегда говорю своим клиентам, постарайтесь ощущать, вот что происходит сейчас в теле, что происходит в теле, где, какого плана это ощущение. И раскройте этот образ. А еще хотела... Он сам раскрывается. Да. Угу. Душевная боль, на самом деле, вот как раз написали. Очень часто вот, да, здесь у нас так сжато, и вроде какая-то тревога, вроде все хорошо, но какая-то тревога, душевная боль. Как вот это? Тоже дышательные упражнения? Вот смотрите, на самом деле тревога и тревожность – это две разные вещи. Угу. Тревога, она всегда связана с чем-то. Событие какое. Я испытываю тревогу, потому что у меня... Завтра экзамен. Я испытываю тревогу. Как я могу сдать, да, будет ли это успешно, неуспешно и так далее. А тревожность, она не имеет привязки к событийности. Она, это просто очень такое мутное, тяжелое, вот внутреннее сосущее чувство. Правильно? Вот это разница. Тревога и тревожность. И если это не связано с каким-то событием, а вот просто тяжело на душе, вот какая-то... Тревогу, что можно сделать? Вы имеете в виду вот так, скорую помощь, да? В первую очередь я всегда говорю, где в теле? Где в теле вы это ощущаете? Ну где? Вот в груди. Где в груди конкретно? Глубоко. Да, глубоко, наверное. В середине, прям. На что похож этот образ? Ну, сжимается что-то. А, что сжимается? Продолжайте, что же. Ну, какой-то вот так камень, да, становится как камень. Каменный это камень. Отлично. Какого цвета камень? Серый. Смотрите внутренними глазками на него. Какого размера камень? В
Скулак. Скулак серого цвета. Имеет ли этот камень форму? Имеет. Многоугольник. Многоугольник. Угу. Этот камень гладкий или шероховатый? Гладкий. Гладкий. Гладкий серый многоугольный камень. Имеет ли этот камень вес? Да. Сколько? Первая цифра, которая приходит в голову, не думая. 1,5 килограмма. Не думая. 1,5 килограмма. 1,5. И второе. 1,5. И сейчас я вас спрашиваю, а вы отвечаете первое, что приходит в голову, не думая. Это ваш камень или чужой? Мое чужое, мое чужое, мое чужое. Быстро, не думая. Мой. Угу. Вам камень этот нужен? Нет. Да, нет, внутренний. Нет, нет. Нет. Угу. Мы сейчас не будем разбираться, да, долго и подробно, но что можно сделать, если я ношу что-то, что мне не нужно, но то, что мне причиняет дискомфорт? Что можно сделать с этим? Выкинуть, убрать. Выкинуть, убрать. Угу. Так. А еще можно сделать следующее. Вы просто смотрите на этот камень безоценочно. Вот постарайтесь просто внутренними глазами обесценить его, да? Нет, безоценочно. Вот обесценить – это оценка. А вы смотрите на него безоценочно. И через какое-то время вы начинаете замечать, что этот камень начинает трансформироваться. Угу. Кивните головой, когда это происходит. Просто смотрите. Так, становится легче? Ну, сейчас-то у меня этого нету, но так я поняла. Суть понятна. Угу. Становится легче. Либо все, что можно вытащить из тела, вы делаете следующим образом. Вы делаете глубокий выдох, задержка дыхания, и вы, если это в груди, если это камень, вы и как будто вытаскиваете. Не просто так вот вытащить, да? Никогда этого не произойдет. Глубокий вдох, задержка дыхания, и на выдохе вы как будто избавляетесь. Но запомните одну такую интересную вещь. Все, что наше бессознательное воспринимает в нашем теле, это все для чего-то было когда-то нужно. Оно утеряло первичную функцию. Понятно. Когда-то было нужно, но сейчас это уже не актуально, и это уже даже вредно. Поэтому, как только вы избавитесь от камня, посмотрите, что там, вот что в ощущении здесь. Становится ли приятно, комфортно, тепло? Запомните это состояние. Это ваше ресурсное состояние. Как правило, когда выходит нечто вот такое в виде камня, в виде чего-то там очень плохого, тяжелого, больного, вот то место, оно как будто начинает заполняться либо вот внутреннее такое, либо цветом, либо светом, либо теплом, либо становится очень хорошее дыхание, легкое, свободное. Да. Вот запоминайте это состояние, и это есть ваше ресурсное состояние. Вы можете возвращаться к нему в любое время и черпать. Да. У нас заканчивается эфир, но мне кажется, мы еще с вами пройдем эфир. Очень много вопросов, на которые меня ответили, очень интересно было. И видно, что все-таки профессионал с большой буквы. Час пролетел просто незаметно. Спасибо, Елена. Да, спасибо. Потом спасибо сохраним вам эфир, пишите комментарии свои и пишите вопросы, потому что на самом деле времени не хватало, я не знаю, не хватило. Очень прям все так интересно и так рассказывается. Я очень надеюсь, что это было не просто интересно теоретически, да, но да, если вы успели что-то записать, что-то попробовать на себе, это всегда очень эффективно. Это не стоит больших денег, но это всегда очень эффективно, легко. Я всегда говорю своим клиентам, ваше тело – ваш друг. В первую очередь обращайте внимание на то, что вы ощущаете, как вы ощущаете, и помогайте своему телу справляться со стрессом. Спасибо большое. Все на крестик и поделиться. Бай-бай. До свидания. Помоги. Куда? Так, and video. I sure want to.